выпускное время коронавируса, это, конечно, достаточно интересное мероприятие, то что, ну, и такое, как нас отнесут в историю, мне кажется, потому что такая ситуация, это вообще один на миллион. То есть повезло, не повезло, каждый сам решает, но по мне так это большое везение. То есть, то, что вот сейчас, грубо говоря, 3 месяца дома, это очень огромное время, чтобы подготовиться к экзаменам, и ты приходишь уже полностью подготовленный, тебя там, ну, домашним заданием особо не нервируют, и тебя не трогают никак, и ты прям полностью отдаешься этому. Ну, выпускной, да, конечно, там уже духа такого не было, веселья, там, радость. То есть пришли, взяли, ушли, разошлись. Ну, все равно, думаю, школу-то будем вспоминать до конца жизни. Дай бог, конечно. Ну, вот, первый день экзамена очень хорошо прошел, по мне так. Ну, это еще хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы тут вообще помер по-любому. Ну, а так с информатики более-менее. Ну, немного волнения, конечно, было, но так...